Привет, пацаны! Что? Варите! А? Правильно, Мокки, мы делаем математику. Матеша! Но матеша — это плохо! Это очень, очень плохо! Это неплохо, Мокки. Матеша для умных людей, чтобы решать умные проблемы. Например, депрессия. Ну, я очень умный. Я ты не умный, Мокки, ты дебил. Ты дегенерат, как и все остальные, Мокки. Хочешь быть умным, Мокки? Окей, я не против быть немного. Что вы со мной сделали? Я не знаю, Мамми. Что вы делаете? Это не твое дело. Я чувствую матешу. Понюхай еще раз. Ну, все. Я звоню в полицию. Ты выключил мой телефон? Ты думаешь, самый умный, а? Тогда мне не нужен телефон! Полиция! 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 Боже, хватит кричать, что вы хотите, мэм? У них есть матеша! Итак, ребят, я слышал, у вас есть матеша. Нет, мне нужно! Мне так грустно! А что насчет него? Выглядит так, будто у него много матеши. О, нет! Это опухоль Дилана! Он мертв! А! Если вам нужна матеша, можете взять моей. Если хотите еще, спросите вон того парня. Там именно то, что вам нужно. Спасибо, мистер полицейский. Без проблем. Если он не собирается тебя убивать, я буду! Странная идея, Мамми. Теперь ты заплатишь. Мой мозг! Может, у тебя и есть мозг? Но у меня ствол! Что насчет тебя, Груби? Ты умный? Нет. Я тупица. Может, я никогда не буду умной, но я хитрая сучка. Нет! Краш, мне нужны кристаллы, Краш. Они очень нужны, чтобы сдать матяшу, умоляю. Дай мне кристаллы, Краш.